Hey, yo, guys, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру по названию The Messengers. Так, какие-то здесь испытания я уже вижу. Жесткие. Ну как? В принципе, связано с ловушками. Ага. Допустим. Нет, не. Лазеры жесткие. Ваншот. Ты ж ё-моё. Ух ты ж ё-моё. Нужно, короче, без ошибок все делать. Вы издеваетесь? Вы издеваетесь. Начнем с того, что я не знаю, как вот... А, тю, это... Оу, ты поменял обстановочку, дружище. Прости, что... О, да, великое открытие. Поистине, мой дорогой искатель приключений, тебе все это время приносило именно в этот зал. Так, где же мы? В башне времени. А где это? Ты, конечно же, хочешь спросить, когда? По правде говоря, я и сам не знаю. Башня — это устройство, переносящее сквозь время. Оно используется для поверхности... достойно появляться себе гонцов, чтобы при необходимости переместить их. Куда она меня переместит? Когда? Она отправит тебя во время особо острой потребности в гонце. Ну, конечно, если башня не убьет тебя. Тебе что-нибудь нужно? Давай посмотрим из улучшения, что у нас есть. В принципе, у нас демон остался здесь. И за косарь этот. Чатик. Вот и одна история. Давным-давно на свете была страна, вся состоящая из болот. А эти болота кишели злобными монстрами. Днем они спали под водой, а ночами их недавно выходила свет луны. Ну, конечно, когда она была так любезной и появлялась, в конце концов, луна могла перемещаться в пространстве, и иногда ей хотелось одарить свои светом и другие миры. В один прекрасный день Луне все наскучило, и она решила посетить страну болот в человеческом облике. Она накинула плащ, чтобы никогда не за... чтобы никто не заметил ее света, и отправилась на болото в надежде взглянуть на злобных существ. И она получила от этой вылазки больше, чем рассчитывала получить люди, бесцельное бродящее по проклятым землям. И встретился парень, убегающий от стайки монстров. Будучи уверенным в своих силах, она скинула плащ и создала сияющую защитную ауру, чтобы помочь человеку спастись. Ему и впрямь удалось сбежать, но, обернувшись, она увидела, что его спасительница наделала свой плащ слишком скоро. Существо захватило ее в плен и закопали под большим валуном, чтобы она больше никогда не смогла воссиять. Тогда они смогли бы править ночью. Но наш выживший поспешил собрать группу крестьян. Вместе они сдвинули валун и освободили луну. В тот день между ними сформировалась прочная связь, и луна решила остаться их покровительницей. Так и вышло. И вот луна и по сей день стоит в небе, указывая людям путь в ночи. Конец. О, эта история мне нравится. Кажется, она о серии единства. Возможно, по правде говоря, мне просто хотелось употребить в своих сказках слово «бесцельно». Ну, все, в принципе. Можно тогда идти далее. И тут я понимаю, что сейчас будет жопа.
О! Да, ништяк. Отличненько. О! Тихо. Ага. Отлично. Тихо. Вот что это за кам... Нифига себе. Бля. Да, я это уже понял, откуда я начинаю. Ладно, нормально. В принципе, на самом деле, в первый взгляд, я думал здесь, что здесь сложно. На самом деле, здесь главное успеть. Главное здесь успеть. Готово. Так, давайте я вверх поднимусь, что тут у нас. Ой, там сохранялка. Да? Но я потом... Бля, не вернусь туда. Поэтому как-то так нужно делать все. Так, отлично. Это еще не все. Ох, тихо-тихо. Лам. Так, великолепно. А как мне вернуться обратно? Это сейчас осколок был потерян или нет? Это сейчас очень важно было. Либо я сейчас осколок потерял, либо я осколок не потерял. Ладно, посрать. Я не успеваю, ладно. Я не успеваю, у меня одно хп. Вот это я сейчас только что рискнул жопой. Тихо. Мне нужно только узнать, взял ли я его или нет. А как я потом оттуда вернусь? Ладно. Давайте просто проверю. Просто мне нужно понять. Всё, да. Ништяк. Тогда все ништяк. Тогда все отлично. Поехали. О, что-то мне чисто повезло на удачу.
Не вижу сложности здесь. Ладно. Чтобы не мучиться. Такое. Воу-воу-воу, а вот это сейчас... А, у меня фул хп, фу. Я уже пересрал. Я уже пересрал на самом-то деле. Ай-яй-яй-яй, вот ты черт. Меня раздавила платформа. Найс. Вау, найс. Dude, it's pretty good. Enough of it. Так, готово. Допустим. Ага. Легко. 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 Очень легко. Отлично, я успел. Ага, ха-ха-ха. Ага, ага. 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 Вот так, да, значит? Да, бля, почему у меня раздавливают стенки постоянно? Ой, сейчас будем делать говно. Только это говно нужно было делать на той стороне. А ну? Давай. Поехали. Так, ну это не сложно. Здесь в основном у нас нужно... Ой, тихо. Ай-яй. А, так у нас печати показаны вон. Сверху. Что их две? Ай-яй-яй. Фотаемся. А почему тут сразу две? На найс. Я всегда рассчитал только на одну. Ну ладно. Если так, то пускай будет так. Ну, здесь, знаете, такое, в принципе, сложности тоже у нас не будет. Нам нужно просто забираться. Так, сохраняемся обязательно. Я вижу там какую-то женщину, думаю, она мне пиздов не дадит. Дади. Дади. Не, не дади. Легко, легко. Ну, дади мне пизды.
Ай. Я упал. Поехали туда сначала. Че, нахера так много их? Бля. А там все равно недалеко мне идти. А не. Еще, оказывается, далеко. Ну хотя бы хилку мне дают. То, что мне дают хилку, это хорошо. Блин, что по эти... Я не знаю. По идее, эти фигуринки нужно собирать. С другой стороны, нафиг оно нужно. Да-да-да-да-да. Что-то я туплю. Что-то я туплю. Так. Идеально. Я сразу просто не понял, как мне там пройти. А, тихо. Так, здесь мне нужно перелететь. Блять, почему я тупанул? Вот я мог просто заюзать крюк. Почему я просто не заюзал крюк? Бля, идите в жопу. Избегай ловушек, избегай копий, не умирай. Это не сложно. Главное не тупи. Бля, почему ты жопой сел? Почему ты на штыки садишься? Бля! Жопа моя! Ладно, давайте без ошибок. Только вот мне нужно понять тогда, как там пройти. Потому что мне так... Блин, а хотя я уже один просрал. Если мне смысл вообще его собирать. Тоже вопрос такой. Специфический. Блядь. Mmm.
А давайте сделаем все правильно, без единой ошибки. Без единой ошибки. Не, ну, на самом деле уровень такой. Только вот просто участок там непонятно мне. Ой, фак. Вот просто как мне... Ладно, внутрь я разобрался как. Блять, я глаз потер. Я не видел, что я уже падаю. Походу первый уровень, который у меня затянется надолго. Жопой на эти коли садится он. Хорошо, поехали. Срать. Все, все. Зашибись. Наконец-то. Заебись. Такой. Ва-а-а-а. Ты, чертяка, можешь уходить. Молодец. Молодец. Сохранялка. Хотя... Что здесь? Разве здесь сложно? Нет. Я успеваю по времени. Ничего не знаю. И здесь тоже ничего такого сложного. Просто встать на платформу. Ха-ха-ха-ха. Суть. Думали, все так будет просто. А нифига. В чем подвох? Храм времени, а? В чем подвох? Просто не падать. Легко, легко. Милый. Погоди, мне казалось, что раньше лавка находилась за той дверью. О, так вот, какой момент тебе поразил. Моя лавка соединена со временем миров, и это тебе не смущает, однако она почему-то не может находиться в двух местах одного и того же здания. Я не верю своим ушам. Тебе что-нибудь нужно? Ничего не хочешь мне рассказать, жаль. Что по улучшениям? Ничего, отлично. Поехали. Это платформа была, это была платформа. Итак, тебе удалось выдержать испытание воли. О, и сейчас мы сделаем дело. Приготовься, гонец. И узри могущество нашего ордена. Ты появишься, как избранный, или не появишься вовсе. Довольно
предисловие. Я пойду первым. Кому-то не терпится. Я много десятков лет говорил эту речь, а он просто: ничего, переживешь, и идем. Неужели битва с боссом? Давайте, кто? Ауч. Допустим. Так я могу на ваши руки запрыгивать. Допустим. Хлопок. Давай. Бррр. Не-не-не, ты чё? Блядь. А как ты это представляешь? Приятель. Как ты это представлял? Блин, я забываю про эти шары. И даже не понять, где у него ХП. Давай. А где отхил, слышите? Такие умные. Мне фулл ХП нужно. Я прокачал самую прикольную способность, не могу доиграть. Класс. Допустим. Это что-то новенькое. Ты чё, гей? I'm gay. Да? Сейчас замучу. Ой!
Давай, 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 давай. Мне интересно, на ваншоте это херь? Ой. Ой, бля, божечки. Колдуны херовы. Не, ну вот эта тактика на руки запрыгнуть, это моя фишка, поэтому не пиздите ее. Так, кажется, он идет. Пожалуйста, на этот раз не мешайте мне говорить о пророчестве. Я в этом не полезу. Я в это не полезу. Делайте, что хотите. Итак, тебе удалось выдержать испытание силы. Так, и что дальше? Чтобы пророчество исполнилось, ты должен пройти испытание веры, совершив прыжок. Прыжок? Прыжок, да. Не понимаю. Ну, испытание веры, прыжок, прыжок веры. Что-то щелкает? Да, щелкает прыжок веры, это здорово, ассасины. О, просто прыгни уже. Эй, я пытаюсь сделать этот момент эпичным. А теперь, герой, вложи свою храбрость в надежду, а силу в цель. Нырни в свою судьбу и появись из нее снова уже истинным гонцом. Может, не надо? Ой. Вау, у меня новый прикид. Гляньте, какой-то, какой модненький. Пипец, он бьет, кажется, быстрее, да? Я ниндзя теперь шапки. И у меня теперь есть шапка. Я ниндзя в шапке. Шапки. Шапки. Ой, кажется, это конец. Ну, что, в принципе, все, да. Поэтому всем спасибо за просмотр, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем удачи, и всем пока.